Да, мне Готи. Всем привет на канале Маргоша ТВ. Сегодня я пришла к моей сестренке крестному на день рождения. Мы очень долго ждали этого события. И вот оно свершилось. Нашей сестричке Котик. Вот. И я пришла с вами первое, чтобы помочь ее маме с подготовкой к празднику. И посмотрим, что из этого будет. Короче, сестренка сейчас спит. И встретимся, когда она проснется. Вот мы поели, сейчас просто страдаем фигней. Вот этот вот салатик, он, кстати, был очень вкусный. Уже допили компот свой. Женя, он тоже допил. Уже чистый стаканчик. Женя, он сейчас играет в игрушку. Скажи хоть всем привет. Ну, привет. Да. Очень. Что, поели? Скромно. Да, мы поели. Как-то вот так перемесили все. Да. Миф типичная Рита. Рита рукожоп. Кто бы сомневался, поэтому тут полотенце. Женя, вы что, все поели? Ну, как бы, да. Почти. Может, еще рыбки, еще что-то принести? Да, и не все, знаю. Наелись? Да, наверное, все. Наелись? А когда будет тортик? Ну, сейчас подойду, еще посидите, покушать. Жень, ты включил телевизор, чтобы посмотрели бы? Не, не надо, Жень, не телевизор. Надо? Нет. Ну, иди к Рите. Где Рита? Опа, где Рита? Рита, где, да? Рита! Залазь к Рите. Иди. Опа. Оп. Утя. Утяни. Утяни. Да, девочки две? Да? Зачем мы здесь? О, как кто-то все красиво, да? Да. Мама. Оу. Марина кушает, что ли? Марина? Девочки, где? Марина? Ты Мариша? Сладко у нас такой тортик бедный еврей. Вот. Уже не такой. И запивать мы тоже будем молочком клубничным. Вот. Таким вот клубничным молочком. Нашей. Да. Вот. Ну, мы кушаем. Всем приятного аппетита. Я почтила себе полотенце, потому что я рукожоп. Вот. Ну, в общем, полотенце, и мы смотрим прикол интернетом. И вот просто тут вот сидим и кушаем. Всем приятного аппетита. Ставьте лайк, кто тоже любит тортики. Особенно в 6 часов вечера. Как всегда, молодежь. Играют. Всем привет, и вот я уже дома. Ну, если вам понравилось это видео, то не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал. Всем удачи и всем пока-пока. До скорых встреч. Мы вас любим. Я еще в кадр посмотрела. Да? Да. Жуля, ты что попой повернулся? Кс-кс-кс-кс. Жопой какой.